Домашний интернет от New Lime. От 250 рублей в месяц за 100 мегабит. Телефон на экране. Неделя в городском округе традиционно началась с оперативного совещания в администрации. Руководители силовых структур, а также сотрудники органов местного самоуправления отчитались перед главой Люберец в проделанной работе. О самых значимых событиях минувшей недели расскажут мои коллеги. 1700 обращений от жителей поступило в Люберецкую полицию на минувшей неделе. 28 из них послужили поводом для возбуждения уголовных дел, 23 преступления. Правоохранители раскрыли по горячим следам. Кроме того, оперативники работали на крупной аварии на Новорязанском шоссе. В четверга на пятницу, то есть рано, то есть уже поздно, большая машина, перегруженная песком, врезалась, собрав 6 машин. Одна машина загорелась, там 4 трупа. То есть резонансное было такое происшествие. В этой же аварии были задействованы и люберецкие сотрудники МЧС. Кроме того, на прошлой неделе им пришлось 52 раза выехать по сигналу тревоги и ликвидировать 6 пожаров. 4 из которых произошли в жилом секторе, 1 в частном доме, 3 в многоквартирных жилых домах. Пожары несерьезные, пострадавших в результате пожаров нет. 1 пожар произошел на автомобильном транспорте, также без пострадавших. В сфере ЖКХ аварийных ситуаций не наблюдалось. Все сбои устранялись оперативно. Кроме того, на совещании стало известно, что по программе «Мой подъезд» в округе уже отремонтировано 557 входных групп, что составляет 42% от всех запланированных работ. Выполнение плана идет с опережением. Подготовка к отопительному периоду на сегодняшний день общая готовность составляет 65%. Многоквартирные дома подготовлены 1356 МКД, за неделю подготовлено 83 МКД. Учреждения соцсферы сдали паспорта уже готовности, все документы. Также собравшиеся заслушали доклады о содержании люберецких дорог. Так, представитель Мосавтодора рассказал, что за прошлую неделю с них вывезено около 74 кубов смета и мусора, окошено 73 линейных километра травы, а ямочный ремонт выполнили на 185 квадратных метрах. Отчитался о проделанной работе и начальник управления дорожного хозяйства администрации. На прошлой неделе отремонтировано 2 тротуара, а с начала сезона восстановительная работа выполнена на 31 тротуаре. На той неделе также приступили к ремонту тротуара у дома офицеров на 3-м почтовом отделении. И также в рамках ремонта будет отремонтирован тротуар у стадиона «Звезда», там же на 3-м почтовом отделении. В свою очередь сотрудники, курирующие благоустройство в округе, доложили главе, что в Люберцах полностью завершены работы по установке 60 игровых и 56 спортивных площадок. Силами управляющих компаний на дворовых территориях было ликвидировано 86 ям. Анна Троян, Александр Дегурко и Валерий Абсолямов. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.